Обелиск был возведен работниками ЦЭМа и открыт 4 мая 1985 года к 40-й годовщине Великой Победы. С тех пор у цемовцев и ветеранов нашего города появилась традиция весной и осенью посещать это памятное место. Сегодня, в преддверии Дня освобождения Смоленщины, прошло уже 74 года той Великой Победы, когда наши деды, прадеды, сделали тот великий подвиг, которым в настоящее время живем мы ценим мирное время. И я как бы от себя и от жителей своих, и от нашего поколения, от детей, хочу большое сказать спасибо нашим ветеранам, которые сейчас живут. В этом году вместе с ветеранами, школьниками и главой Сорокаринского сельского поселения могилу летчиков посетили представитель муниципального образования Рослинский район Александр Мамонтов, депутат Десногорского горсовета Николай Фомин и заместитель главы Десногорска по социальным вопросам Александр Новиков. Память о Великой Отечественной войне, она отразилась в словах «Никто не забыт, ничто не забыт». Сегодня я поздравляю всех с праздником, хочу сказать огромное спасибо ветеранам. Хочу пожелать тем, кто сейчас стоит на защите нашей Родины, выполнять свой долг. И со своей стороны хочу сказать, что мы помним и будем помнить, и сохранять эту память. Завершился митинг возложением цветов и венков к монументу.